Ну вот, наконец-то у нас, значит, пришло вот такое чудо. Я думаю, что нам человек расскажет. Главный колхозник. Человек сейчас колхозник. Главный колхозник. Будем рассказывать и снимать видео. Сегодня все подустали немножко, да? Сегодня погода дождливая. Дождливая. Вообще прям в ливень разгружали. И загружали. Ну, короче, все в шоке. Все ровненько. Макс, на самом деле, смотри, какой он маленький по сравнению с твоей вот этой дылдой, да? Все равно, хоть это и мотоцикл, да? Не, ну... Но он размером поменьше. Усиленные дропы, смещенный этот... Амортизатор. Амортизатор. Ароматизатор. Вообще прям... Урезанный маятник. Переваренная рама. В каком месте варили? Чем помешивали? Варили в кастрюле, мешали ложкой. Отлично. Отличный холодец получился. Наваристый, настойный. Электропипец получился. Поставить и все. Ничего больше не делал. Педальки для имитации с маленькой задачей. Ага. Вот так, да? Как интересно, все захлопывается. Ну-ка, покажите нам. Чем вот эти надо будет резать. Угу. Я понял, они о чем делают. Итак. Оба-на. Задвинул, закрепил. Так, давайте мы вот это демонтируем. И сейчас мы ее сюда поставим. Вот она у нас прекрасно встала, как будто бы здесь и была. И вот такая вот половиночка от этой же ручки. Мы ее аккуратненько вставляем. Она так и до конца. Не нажимаем, чтобы тут был зазорчик. Сейчас 2-3 миллиметра. Чуть-чуть. Ага, все. Вот эта часть, она у нас покрыта порошковой краской. Мы ее будем присоединять и крепить на алюминиевую подложку, и вот этот слой для нас, он как бы вреден. Вот мы его сейчас отшкурим, чтобы был непосредственный контакт через термопасту, корпус, ага. Алюминиевый корпус, алюминиевую пластину. Чтобы лучше была теплопроводность, и не перегревалась. Машиночки довести, да. Прям как зеркало. Да, и вот так мы сейчас все ее зачистим. И будет у нас красотулечка, симпатичненько. И все ровненько. И теплоотдача у нас будет максимальная, максимально хорошая. Термопасту и помазали вот таким вот большим и вкусным слоем. Вот, да, специально сделал немножко побольше, потому что лишнее выдавится, и мы тряпочкой это механически удалим. Вот, и практически ничто у нас отсюда из пасты практически не выдавилось, вот чуть-чуть. Вот это мы сейчас уберем, все остальное у нас плоскость будет работать. Так, крепим ручечку, да, и сейчас будем проводить. Не фиксируется нифига. Угу. Вот снизу. Так, Михаил.